Минувшие выходные стали жаркими, увы, не в плане погоды. Так буквально в пепел превратил пожар надворной постройки в одном из дворов села Новые Шимкусы Яльчикского района. По предварительной версии, причиной стало неправильное устройство банной печи. 20 июля сгорел жилой дом в деревне Новые Выселки Красноармейского района. Огонь заполыхал из-за непотушенной сигареты. В обоих случаях обошлось без жертв. Однако с начала года в огне погибли 55 человек. Еще одна опасность, как никогда актуальная летом – водоемы. О том, как избежать несчастных случаев на воде, специалисты говорят с начала теплого времени года. Но приходится напоминать снова и снова. Лето только шагнуло за середину, да и погода в республике к купанию совсем не располагает. Тем не менее, за летние месяцы в Чувашии уже утонул 21 человек. Из них 7 детей. Основными причинами, как и предыдущие годы, остаются купания в необорудованных местах. Все 21 человек, которые мы в этом году потеряли, они у нас погибли в необорудованных местах. Купание в состоянии алкогольного опьянения – 13 человек. Был случай, когда под градусом отдыхающие решили переплыть Волгу. Данную затею вовремя пресекли спасатели. Но основной причиной гибели детей на воде специалисты называют банальный недосмотр со стороны взрослых. Один из последних примеров – гибель 15 июля в Чебоксарском районе 4-летнего мальчика.